Bloomberg. Трамп подписал санкции против России. Президент США одобрил этот документ с некоторыми оговорками. Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Белого дома. В сообщении отмечается, что Трамп подписал документ, но к нему будет добавлено приложение, в котором говорится, что у администрации президента есть некоторые замечания по части положений. У Трампа есть сомнения относительно законопроекта, так как он вторгается в сферу ответственности президента и может помешать взаимодействию США с их партнерами. Как известно, Конгресс и Сенат США на прошлой неделе приняли закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Это самый масштабный и комплексный пакет санкций с начала 2014 года. Документ, в частности, включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену санкций. Как сообщал корреспондент Нет, накануне вице-президент США Майк Пенс заявил, что Дональд Трамп скоро подпишет закон о санкциях против России. В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон отмечал, что Трамп не в восторге от нового закона, который вводит санкции против России. По материалам сайта Newsgroup.com.